Всем привет, с вами Маша, и сегодня я хочу сделать обзор на мои некоторые вещи с My Little Pony. Вот на этот наборчик, вот на этот, и на Bing Bag мой. Да, у меня Bing Bag'ов было только три, у меня вот эти покупали, и вот этот, но я сделаю на этот только, потому что от остальных не сохранился ни мешочек, ни карточка, вообще не могу ничего не показать. Во-первых, я их показывала, да. Почему я это делаю? Конечно, я вот снимала уже это все в видео новинки своих подняж. Но там очень плохое качество, со светом не того. Вот, я хочу начать вот с этого наборчика, вот. Да, вот этот набор. У него, он как бы, где его покупали? В магазине Академия. Может, в вашем городе есть такая... Такой магазин, правда, он редко очень встречается. Тут 40 краска. Его можно повесить хоть на елку, хоть куда, да. Там идут краски. Лучше давайте я покажу. Открою эту коробку. Ой. Она открывается. Мне лежит яйцо в такой упаковке. Я его еще, правда, не совсем красила. Это Twilight. Краски и кисточка. Ну, краски очень маленькие, я вообще не уверена, что данными красками можно очень много раскрасить. Да, я и тут что-то красила, но мало. В общем, вообще они очень бледно красят, да, вот, розовый бледный. Вот. Сейчас я все это обратно положу. Так, и вот. Этот набор я просто очень удивилась, что это как бы My Little Pony. Вообще мне такой еще и с Angry Birds покупали. Но мне очень понравилось все вот и вот. Так, теперь коробочку сама, на ней значок My Little Pony наверху. Twilight тут. Сзади типа три вида, какие бывают. Но правда еще с Rainbow Dash я там видела, с Pinkie Pie вот этого не видела, да. Rarity. Вот эту Rarity я срисовывала вот тут. Ну, я это уже показывала в новости Pony, вот это да. Рисунок. Вот. Значит, тут Twilight. Вот, этот набор. Даже, значит, мне купили набор. Да, там идут мыльные пузыри вот эти. С Twilight и со Спайком. Вот Twilight тут почти такая же, как и тут. Да, она точно такая же. Ну, просто совпадение. Тут глаза красного немножко цвета, да. Вот мыльные пузыри с My Little Pony, вот. Хотя, я думала, что тут лабиринт, но тут нет никакого лабиринта, тут просто шарик бегущий. Почему бывает лабиринт? Да, я купила ради сувенирного вот такого, да. Мыльные пузыри со Спайк еще. Да, и ушли конфетки, которые был, я уже съела. И картоночку от них. Значит, простите, у меня тут такой бардак. Вот. Тут лежит она, значит, картонка. Вообще много чего лежит. Ну, вот я достала, но потом покажу. Да, не сейчас. Значит, вот. Дальше я хочу сделать обзор на Bing Bag. Давайте приступим к нему. Значит, вот сам пакетик этот мой и пони. Вот, это неоновые поняши прозрачные, они мне очень нравятся, да. Вот, тут. Такой пакетик, он блестящий, тут отражается, да, телефон отражается, вот. Камера. Значит, тут Fluttershy на нём, Twilight, Soarin, Pinkie Pie, Радуга, Rarity и Spitfire. Кстати, хочу кое-что отметить, что вообще Spitfire тут сделала по Rainbow Dash, то есть где-то в шестой волне на пакетике также была нарисована Rainbow Dash, как сейчас Spitfire. Да, я могу показать, так как шестая волна у меня есть вот в буклетике, вот он. Значит,
Я даже не буклеить. Вот здесь у меня есть 6-я волна пакетиков. Я просто наклеила, да. Так удобно. Вот. Вот, видите, тут нарисовано Rainbow Dash. А тут такая же Spitfire. Тут примерно одинаково, то есть, да, вот. Ставила без багов, но это тоже буклет, только повторно уже я его вырезала. Да, вот тут сзади коллекция неоновых поляш, которые тут не совсем получились. Да, тут есть, я бы хотела, конечно, Вандерболтика, но сейчас уже даже уже выпустили 8-ю волну, но ее пока у нас еще нету. Тут Суарин, Спитфайр, которую я бы хотела, и Мисти Флай. Значит, вот тут все поляши, которые бывают. Ну, и сейчас посмотрим, что внутри было у нас. Вот такая карточка. Тут Спитфайр, ее не знаю, как зовут. Ее тоже, это похоже Бон-Бон, да. И ее тоже не знаю, как зовут. Вот. И его зовут Лаки Кловер. Вот это значит, наверное... Я не знаю их, да. Да, это банана Близ. Вот это банана Близ. Это Бон-Бон. Это... Сейчас посмотрим. Вот кто она. Холли Даш. Вот она. Это... Вот это, значит, у нас... Не знаю, как... Ну, в общем, я их не знаю, имена плохо очень, да. Не знаю, имена поняшек с пакетиков, у меня нет написанных имен. Lucky Clover. Тут написано, что он умеет работать в команде. И нафига тут сделали, конечно, ключемарку с Ларина, я не знаю зачем. Ну, вот его ключемарочка. Вот, он у меня не неоновый, очень красивый. Сейчас покажу, как он на свету вообще вот так. Вот, он на этом цвету красиво, вот даже так. Вот, он очень няшный, конечно, я его, в принципе, не хотела. Я хотела даже Spitfire или какой-нибудь Вандерболтика, но мне он попался, но он неоновый. Да, дальше вот в пакете больше ничего там не было. Но вообще там у меня лежит от конфеток стату. Вот такие этикетки тут, Twilight. Ну ладно, всем пока, с вами была принцесса Луна, также мои все обзорчики.